чрезвычайное положение, оно введено, получается, до 13 апреля действует. Очень огромная вероятность, что его еще на 30 дней продлят. Американцам обещана выплата финансовой помощи на 6 апреля. И в этом же проекте закона уже сразу оговорено, что если мы продлим чрезвычайное положение, то следующая выплата будет 18 мая. То есть они уже предполагают, что будет продление. А вот уже в мае, в принципе, будет более стабильная картина, прекратится рост заболеваний, будет стабилизация определенная происходить, а с июня она пойдет как бы на спад, и, соответственно, посольство уже в некоторых странах, где эпидемиологическая обстановка будет более-менее нормальная, а они начнут открываться, выдавать визы с какими-то, может быть, и ограничениями, где ты был, принеси справку, не болел ли, не болеешь ли, может быть, такое будет. И опять же, границы начнут тоже открываться не со всеми сразу, а избирательно с каждой отдельной страной, с более жестким контролем на границе, вот это обязательное сканирование при малейшем подозрении, там, карантин. Я думаю, что самое позднее, когда посольства заработают, это будет июль. Скорее всего, июнь, июль уж точно.